Music Night. Огромное количество музыкантов дает все предпосылки нам сделать, ну, свой такой, равный венецианскому фестивалю, там, Монтрё фестивалю. И сейчас у меня, конечно, звезда во лбу, можно сказать так, сделать фестиваль, который бы был, ну, конкурентоспособен именно с лучшим мировым фестивалем. Я очень надеюсь, что ни у одного у меня такая звезда. Нужны обезьяны. То есть нужны в каждом жанре некие топовые исполнители. Это может там Джимми Раквай, не знаю, там Maroon 5, то есть, не знаю, там, один из живых Битлз, которого надо привести. И всех их одновременно притащить в одну ночь. Конечно. Кроме того, есть же всякие интересные заманухи. Вот как мне рассказывали, я сам точно не знаю, но в Дублине, когда Гиннес запускает пиво на новый сезон, у них там что-то больше 300 пабов в Дублине, и они привозят, ну, Мадонну, условно, это Юту, привозят их себе в Дублин. И в контракте она обязана отыграть какой-то большой концерт, да, может, гала-концерт, где все звезды, но одновременно она обязана и появляется, на самом деле, в одном из 300 баров Дублина, и никто не знает.